Учителя Самарской области к рождественским каникулам получат повышенное жалование. С 1 декабря этого года зарплата педагогов общеобразовательных учреждений будет не ниже средней по экономике региона. Уточним, что сейчас эта цифра составляет 24 тысячи рублей. Необходимая поправка в областной бюджет уже внесена депутатами. Индексацию планировалось провести с 1 января следующего года, но, выслушав пожелания главы региона, парламентарии изыскали уже сейчас средства в размере 47 миллионов рублей в рамках текущего бюджета. Напомню также, что вопрос повышения зарплат обсуждался на встрече президента России Владимира Путина и губернатора Самарской области Николая Меркушкина.